Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. Также я вижу, нас скинули до 2 звезд. По заданиям. Так, открыть колоду. Давай быстренько сделаем это. Колодушку открываем, выпадает нам мутагеноид, собственной персоны. Так, наградушка. Дальше у нас что идет? Серия испытаний. Давай быстренько пробежимся. Блин, если меня скинули до 2 звезд, это, ребята, плохо. Потому что сегодня что? Естественно, суббота. Остается совсем немножко, буквально считанные дни. Воскресенье и чуть-чуть понедельника. И все, ребята. Но и есть одна приятная новость. Что в понедельник у меня выходной. Это значит, мы с тобой должны сделать хорошенький буст. Постараемся, да? Надеюсь, как на этой неделе получится. Так, тихо, парень. Что-то не можем разобрать с тобой Змейка Вьюна. Так, сейчас. Ага, кланфут. Твою налево, у кланфутовца отложенная смерть, да, получается. Так, ну-ка. Не пробьем. Естественно, у него срабатывает защита. А вот теперь, да, теперь ему крышка. Нам нужно, кстати, хильнуться за счет, наверное, Леонардо. Посмотрим. Так, валунчик бросай, Армагуша. Замечательно. Так, теперь я все-таки сделаю отвлечение. Все, и пошли кромсать. Саблезуб минус и также пиццелицей. Все. Прекрасно. Идеальная победа. Ну, и мы с тобой серию испытаний прошли. Дальше нам надо, наверное, идти на поиски, я так понимаю, да? Для Донателло. А у меня с телепортами беда, друзья мои. Огромная беда. И вот как мы сейчас с тобой будем искать, ума не приложу. Видишь, сразиться в 10 и в 3 боях. Сколько у меня? Сейчас проверим. Вот у нас Донни, да? Навыки. Нам нужно 5. Ну вот, смотри сколько. 19, ребята. 19. Ой-ой-ой-ой, как там? Подожди, что еще-то вообще? Стоп. А, ну да-да, все, ё-моё, я же шуганулся, нам же комиксы как раз и нужны. Так, сбился со счету, сколько там еще? Последний, да, последний комикс находим. Не нужно мне крышка люка. Ладно. Дай мне комикс, говорю. Ты что, издеваешься, что ли, сейчас? Вот, все, ребят, прокачиваем, короче, до 5-й ступени. Хватает, хватает мутагена. И остается лишь до 6 прокачать. Так, ну у нас, я смотрю, камень талик есть. Здесь приманка для маузеров нужна будет. Очень много, кстати, 11 штук. Ноутбуков Дони вообще 17 штук. И комиксов, да, трындец. Ну, потом будем качать. Ты представляешь, сколько нам нужно телепортов, чтобы это все приобрести. Так, поднять уровень персонажа. Мы еще с тобой вот это, да, не завершили. Это обычные бои. Так, ладно, навыки. Ну, давай попробуем найти приманку для маузеров. Нет, не нашли. Завершаем здесь задание. Так, поднять уровень персонажа. Мутаген это, наверное, не... Ух, нифига себе, 6-6-6. 4 шестерки. Так, хватит или нет? На Рафаэля, например. Тьфу, ты что делаешь-то, Рэй? Ну, хорош, дурака-то валять. Нам не поиск нужен, нам нужен что? Навыки. Да, хватает. Так, 54 уровень он получает. Довольный танцует. Мы с тобой забираем здесь остатки роскоши. И дальше идем сюда. Нет, не сюда. Вот, ребята, что нам нужно сделать? Естественно, откатики нам нужны, поэтому давай быстренько с собой сейчас их набьем. Почему я все время телепорты называю откатиками, а откатики называю постоянно телепортами? Почему я все время путаю, а? Ладно, минус железноголовый. Ну, здесь все очень быстро и легко будет. Так что 4 заходки сделаем с тобой. Отнимем, а потом уже побежим на арену. Ребят, на арене единственная проблема, знаешь, в чем заключается? Что у нас очень мало откатов. Всего 10 штук. И если нас скинули на Лигу Мастеров 2 звезды, нам придется очень много потратить откатиков. Ну, конечно, еще и своих сил. И вот я не уверен, сможем ли мы с тобой без покупки обойтись, чтобы нам попасть на топовое место. Сегодня, как говорится, ну, можно сказать, предел. Кстати, через пару дней, по-моему, да, у нас
В игре «Растения против зомби» герои заканчивается сезон. Я, ребята, так и не добрался до 40-го ранга, к сожалению. Не было времени поиграть у меня. А где возможность была, так там нет интернета. В общем, наверное, я опять не попаду в 40-й ранг. Хотя осталось там совсем чуть-чуть. Всего лишь 3 ранга поднять, или 4. 36-й, по-моему, у меня, да, там? Или 37-й. Ну, неважно. В общем, немножко не хватило. Так, на втором канале у нас началось прохождение игры Far Cry. Последняя заключительная серия, ну, на данный момент, по Марвелу, по Мстителям, уже вышла. Можете заходить и смотреть, кому это интересно. Так, ну что, последняя у нас битва. Сейчас мы ушатаем с тобой Железноголового. И, в принципе, пойдем на аренку. Хорошо, мы его там продебафили. Посмотри, постепенно уменьшение защиты. Сейчас ему крышка будет. Ну, это можно было и не делать, конечно. Супер Шреддер он мог бы бомбануть. Так, поджог. На, все, ребята, ушатали мы Железноголового. Ну что, теперь мы идем на арену. 31 у нас с тобой телепорт накопился. Так, и что у нас здесь? Ребята, мы с вами на ранге 9, в принципе, еще не так низко упали. Так что давай приступать. 17.23, давай-ка мне 17.24, хотя вряд ли. А вот, есть такое дело. Ну что, берем с тобой Супер Шреддера вместе с Усаги. Кто-то в комментариях писал: Рэй, хорош постоянно играть за Супер Шреддера. Ребят, я его беру, потому что у него быстрее всего проходит удары, и быстрее всего мы проходим этапы. Вот почему. То есть он делает свой удар, там остается просто добить. А если кого-то другого брать, ну, например, посмотри, как у Усаги очень долго идет анимация его суперудара. Очень долго. В отличие от Супер Шреддера, согласись. Чик, и все. Буквально 3 секунды. Ну что, я думаю, сейчас мы вернемся с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. Очень хотелось бы мне в это верить. В плане... Как? Чего? Друзья, вот это как можно... Как это можно понимать? С 9 ранга перелетел на 7 ранг. Это что такое? Ну такого вообще не должно быть, понимаешь? Вообще не должно быть. Чтобы вот так вот мало мне дали пройти. Причем ни одного слива не было. Я в шоке, если честно. Это просто-напросто игра мне запорола, грубо говоря, бой. Вот и все. То есть я прошел идеально, а она мне засчитала, как будто я вообще не прошел, а просто сфейлился, вот и все. Да. Такими темпами, конечно, мы с тобой далеко уйдем. Я вообще-то думал, мы сейчас уже рванем с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. И оттуда уже будем вести отчет. А нам, видишь как? Ну давай посмотрим сейчас, как тут продвинемся. Ну-ка. Эй! Ты серьезно? Ты вообще меня не перекинул никуда, ни на какой ранг? Что за фигня, блин, ребят? Просто не перекинуло меня сейчас вообще в ранге, не подняло. Я как был на 7-м, так и остался на 7-м. Чё за лажа, чё за бред? Так, погоди нафиг, это чё за фигня? Может быть, надо перезайти? Я не знаю, что нужно делать, чтобы... Чтобы как-то что-то сдвинулось у нас с мёртвой точки. Фига себе. То есть два поединка я просто в холостую сыграл сейчас. Если сейчас такая же фигня будет, ребят, я не знаю, надо будет перезайти в игру, наверное, скорее всего, или что-то надо делать. Давайте мне еще неделю запарите, будет вообще замечательно. Ну, смотрим. Да надо же, блин. Переместили, блин, на 99-ю позицию. Трындец, конечно, я тебе скажу, блин. Просто трындец. Я вообще не рассчитывал на это, я думал, мы сейчас... Ну ты прикинь, три поединка уже мы были бы где-то, ну, на ранге 60-м. В Лиге Мастеров 3 звезды, 60-й ранг. Все. Блин, там майки же у нас.
Отсюда, оттуда мы уже бы начали с тобой только тратить откаты. А я только перешел и уже трачу 2 отката. Замечательно просто. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся, друзья. Все. Сейчас будет слив. Да. Так, мне кажется, вряд ли мы его сможем пробить. Он сейчас будет одного за другим тут валить. Мы его не сможем пробить, ребят. Даже если тут защиту повешу, хоть что я тут сделаю, он все равно пробьет. Что вот это у нас такое, ты не помнишь? Крэнк использует свою голову для усиления сигнала. У союзников есть атака плюс на 2 хода. Ядерную бомбу. Блокировка способности, можешь попробовать? Ну-ка, давай укус. Ну, у него, видишь, у него уклоняшка, ребят, стоит. На его ранге это очень крутая уклоняшка. Блин, какой же я фартовый, а. Уничтожил его, уничтожил. Повезло нам очень крупно. Ну-ка, давай, только не надо. Фух, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Так, 11 откатов, мало. Маловато будет, я тебе скажу. Так, попробуем сейчас, знаешь, что сделать? Возьму супершредер. Раз, два, три, четыре. Будем пока тратить по одному откатику. Мне нужно, чтобы хватило у меня, понимаешь? Тут у нас хан. Скоростник, скажем так. А я сделаю вот так вот, уклонение. Уклонение через Микеланджело. Так, шипики от супершредера. И маузера на добивку. Да, чертовски, ребята, конечно, хочется спать, потому что я только со смены пришел. Вот, сегодня еще будет одна смена в ночь. Может быть, вы слышите по уставшему моему голосу. Но все-таки надо, ребята, отснять серию, потому что потом уже некогда будет. Потому что уже будет конец недели. Так, ну что, подожди, давай-ка попробуем еще, наверное, партийку сыграть. Раз, два, три, четыре. Так, вот таким вот образом. Джастин. Это, по-моему, предпоследний у нас боец. Там еще есть, вроде бы, да, железноголовый. Нейтрализатор, которых можно, в принципе, задействовать. Сейчас попробуем, наверное, так сделать все-таки. По крайней мере, мы уже с тобой 2 отката сэкономили. Но, все, Крис Брэдфорд, молодчик. Ваньки, как говорится, бомбанул по шее ладошкой, да? Ребром ладошки. Так, ну и мы двигаемся с тобой. Давай 60-ю позицию. Вот, 61-ю, отлично. Так, у нас, кстати, 121 монета. Тоже надо будет купить потом ДНК на Шреддера. Здесь я, наверное, возьму вот эту вот команду. И опять же, берем Супер Шреддера. И вот с ним. Раз, два, три, четыре. Опасность, конечно, обалденная. Сам понимаешь, крыса плюс слэш. А у нас 70 уровень, а у него 79. То есть, опять же, вся надежда на супер шреддера. Поехали. Слушай, ну неплохо, неплохо он сделал. Ай-яй-яй-яй, Лео. Сейчас кого-то уронит. Понятное дело. Да ну нафиг. Как я вас ненавижу за это, а? Ушлепки вы такие. Еще и пробафались. Вообще круто. Вообще круто. Так. Давай, Змикавион. Хотя бы одного минусанули. Так, здесь я возьму, наверное, провокацию. И погнали, клинки. Минус Лео. Давай-ка, наверное, тоже пробафаемся. Плохо, конечно, отвратительно, я бы даже сказал, сыграл. Я не думал, что вот так вот получится. Но это вина не Супер Шреддера. Это моя вина, потому что не надо было брать Железноголового со своей вонючей мелкой инициативой. Ну, сэкономил зато. Посмотрим, насколько мы поднимемся с тобой. Ну, 53-й ранг. Это, считай, грубо говоря, половину уже прошли мы с тобой. Так что давай теперь уже будем нажимать. А что нажимать? Я не знаю. Как тут будешь нажимать?
твою, вот как тут нажимать, блин. Нам нужно сыграть с тобой здесь как минимум 5 поединков. Ладно, этот один у нас будет 100% пройден. Остается там еще 2. 6, 3. 3 поединка, ребята, 3. А нам нужно 5. Твою налево, фиг знает, может быть через Рафаэля сыграть. Если, в принципе, взять команду, у которых нет массовых атак, или есть, ну, по крайней мере, поодиночке, то можно, в принципе, разрулить. Но такую команду найти — это очень проблематично. Так, сейчас посмотрим, 40-я или какая-то у нас будет. 41-я. Ну, в принципе, пока нормально. Смотри, я могу, например, взять... У Дони есть массовая атака, у этих... Вот, можно как увидеть команду. И сыграть уже чисто через Рафаэля. Вот так вот. Морозильная кошка, то, что вот у них есть, это, конечно, плохо. То есть у них хил... Плюс Лео со своим пробивным ударом, бесявым, кстати. Сейчас глянем. Угу, постепенка. Ну, не на всех легла постепеночка. Так, этот иммунку делает. А мы с тобой сделаем еще супер удар. Отлично, минус двоечка. Плюс... Ко всему прочему, мы берем с тобой провокацию на Рафаэля. И все, можно сказать, ребята, победу у нас в кармане. Ответ. Сплинтер отдуплился. Ну, тут понятно. Тимати, как всегда, закоси нога. Вот. Отработали же, но опять же, с помощью Рафаэля. И за счет того, что у них не было массовых атак. Так, ну что, двигаемся. 31-я, да? 26-я даже. 26-я позиция. Слушай, ну тогда нам хватит. Все, ребята. 5 откатов нам должно хватить. Берем раз, два. Так, так, так. То есть здесь нужно сыграть всего лишь 2 поединка. 2. Ну, опять же, если игра что-нибудь там не запорит нам. И она может, мы уже убедились в этом. Так, хорошечно. Давай, Армагоша, добивай. Нечего тут на них любоваться. Так, была 21-я, да? Сейчас посмотрим. Если десятку мы возьмем, то уже будет хорошо. Ну-ка. А, 26-я. Че, взю... Блин. Трындец, блин. Ну что, ребят, походу придется покупать тогда. Не хватит у меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою налево, а. Ну, это бесполезно. Ну, 60... Ладно. Проигрывать так с музыкой. Если бы было бы у Супер Шреддера какое-то усиление, или кто-то его усилил бы на так... Тогда да. Сейчас они распишут. Хотя бы двоечку вот эту... Ай-яй-яй-яй, даже этих не уронили, ай, ты посмотри. Ну. Ну, слушай-ка. Как ни странно, но мы вздрючили их. Ты прикинь? Вот я не ожидал. Но мы их вздрючили. Вот так вот. Да, надо почаще, как говорится, верить в себя. И смотри, почти топовое место взяли. Последний поединок как раз, ребята, для двух наших откатиков. Просто это как триумфальный заход, да, у нас получается. Тынь-тынь-тынь, все. Валим, и мы с тобой на первом месте. Погнали. Так, Супер Шреддер и Армагон, все. Но на самом деле это все должно было быть раньше, ребята, потому что 3 поединка в самом начале на лиге нам запороли. Ну, ты сам видел, мы вообще не сдвинулись ни с места. В первый раз продвинулись всего на 2 эти ступеньки, да? На втором поединке вообще нас никуда не сдвинули. Ни на йоту. Так что мы давным-давно бы уже здесь были бы. Ну что же, главное, все-таки мы добились своего. И теперь идем на испытание. Испытание, ребята, у нас Усаги против мощи. Я думаю, здесь не стоит вообще заморачиваться. Все эти герои у нас есть. А вот насчет мощь,
Я думаю, что стоит подраться. Стоит, говорю, подраться. Ох, не знаю, друзья, не знаю. Тут как-то три волны. Шредер плюс Рафаэль. Такая себе команда. Но давай хотя бы глянем, что из этого вообще может получиться. Самое обидное, что здесь нет у нас хила вообще. А, нет, есть хил у Шредера. Но он такой. Не сразу, который действует, а постепенно отхиливание. Так, ладно, дай-ка я, наверное, лучше все-таки сам сыграю. Так, три волны, да? Тут босса, по-моему, нету пока. То, что Рафаэль может контрить, это, конечно, нам на руку. А почему он здесь вот не сделал контр-удар, а? Когда тот массовую бомбанул, что-то я вот этого не понял. Так, этого добиваем. Вот ты засранец. Так, добей его. И последняя, третья волна. Да ладно, что, боссы, что ли, сразу же? Ну да, получается, сразу же босяцкие тут выходят. Ну ладно, хорош тут это. Приветствия свои посылать. Мы это и так без вас прекрасно знаем. Все, выяснять будете свои отношения потом. Все, переключились на нас. Ну что, давай, Супер Шреддер. Сразу, с лету. Воу, 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 ты смотри. 70 уровень нас не возьмет, получается. Да, ребят. Здесь, как ни странно, мы прошли. Причем довольно легко. Ну что, попробуем с тобой второе событие. Испытание. Но там уже будет уровень 90-й. По-моему, если не ошибаюсь. Я, ну-ка. 90-й или какой? Сейчас проверим. А, 80-й. Ладно, давай попробуем 80-й. Авось как-нибудь разгребем. Так, клинки бросаем. Минус. Так, а с своими бомбочками, а? Нифига, он еще и постепенный урон повесил, а? На Супер Шреддера. Вот это борзота. Так, что бы нам сделать? Давай, наверное, просто ударим. Я хочу активировать постепенное вылечивание. Так, мелкие кранги, бомби. Атаку понизили. Плохо. Ну давай, 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 давай. Я вижу, что тебе не мется, что ты хочешь прям заюзать уже. Блин, атаку понизили, это бесит меня. Так, я опять боссы, что ли, да? А, ну тут, видимо, каждый раз будут босяцкие. Но уже, как мы знаем, 80 уровень. Ну давай, хламоны, хорош там уже выпендриваться. Мы вас уже 1 100 000 раз видели, как вы этим занимаетесь. Погнали. Ага, опа, опа, пули. Они стали первым ходить. Да иди ты в пень. Блин, сразу постепенно урон повесили, прикинь. Ну-ка, апперкот. Блин, без постепенки жаль. Шипы. Ага, минус один. И минус второй. Все, ребят, получилось хорошо у нас. Но третье событие, я думаю, что проходить не стоит. 90 уровень. Очень чревато. Да, ребята, очень чревато. Ну, действительно, тут 90 как бы проблемка будет. Дай-ка я лучше, знаешь, что сделаю? Лучше я сделаю следующее. Блин, ну 4. Ай. И хочется, и колется, ребята. Ладно, давай. Е-е, Рафаэль, видение сразу же, ребята. Мне будут майки бы еще видение, было бы круто. Так. И последняя попытка. 3 золотых осколка. Жаль, жаль. Ну и можно спокойненько сегодня уже, друзья, завершать эту серию. Погоди, серию завершать. А в магазин-то кто пойдет? Кто пойдет за Клинским, я не понял. Вот. Так-то оно будет лучше. А вот теперь, да, теперь все. Так что, друзья мои, до новых видосиков. Всем пока и удачи. Мы не
жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.